Принят закон Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. В законе по вопросам образования и безопасности детей введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс в лицеи и гимназии. Чем обосновано данное решение? Во-первых, данная норма снимает ограничения при приеме в школы всех типов и всем детям, независимо от уровня подготовки, предоставляет равные возможности и доступ к освоению первоначальных знаний, развитию познавательных способностей и навыков социального общения. Во-вторых, исключаются психологический стресс от участия в тестировании, в собеседовании, негативные переживания от ожидания конкурсного отбора. Такое состояние может ухудшить психоэмоциональное состояние ребенка и оказать отрицательное влияние на его здоровье. В-третьих, будет снижено недовольство родителей, ожидающих результаты конкурсного отбора. Будет исключен общественный резонанс процедуре приема детей в школу. Эти изменения будут введены уже в предстоящем учебном году при приеме в первый класс.